лошадка-скакалка или лошадка на палочке. Старинная детская игра многих народов мира. Имитирует езду всадника на лошади. Сейчас эта веселая забава переросла в спортивное молодежное движение, называется хобби-хорсинг. Хобби-хорсинг – это прекрасная возможность для детей и подростков познакомиться с конным спортом в игровой форме, подготовиться весь день на лошади верхом. Ведь занятия конным спортом требуют от всадника не только сноровки и смекалки, а также силы, выносливости, ловкости и хорошей координации движений. Занятия по подготовке к верховой езде на лошадке-скакалке входят бег, прыжки через барьеры и препятствия, скачки, конные игры, упражнения с гимнастической палкой, разнообразные прыжки через скакалку, элементы езды в конном манеже, изучение правил соревнований по конному спорту и многое другое. Друзья, хобби-хорсинг – это полезно и увлекательно. Мастерите своих лошадок на палочке, присоединяйтесь к нам.